Убийца ответит. Можно себе представить? Вроде она не настолько глупа. Ты знаешь, в чем дело. Жаль только, что груз теперь плавает в море. Ха, зная Гатарзиса, лежит на дне. Забрать торговый корабль, дойти до Тиры и обратно. Что тут сложного? Ксении и Охра пригодилось бы. Лишние деньги не помешают в борьбе с... Можем чем-нибудь помочь? Да, вы говорили о грузе. Ничего мы не говорили. Да и не твое это дело. Обожаю интересные истории. Особенно с несчастливым концом. Истории про Гатарзиса все такие. Он худший капитан на Кеосе. Я хочу найти корабль. Ну, тогда я помогу тебе. Будет о чем посплетничать. Что такое Охра? О, эта вещь ценна, как золото. Афинине хотят забрать всю Охру себе, зазнавшиеся малаки. Где я могу найти корабль? Зная Гатарзиса, где угодно. А, он должен был перехватить груз рядом с островом Лестрис, что к югу от Кеоса. О каком капитане идет речь? Гатарзис, тебе повезло не знать его. Скорее Парфенон удержится на плаву, чем он. Спасибо. Если найдешь Охру, не забудь поделиться с нами. Конечно, друзья. Малаки. Нужно найти Охру. Это легкие деньги. Что-то беспокоит? Я хотела отыскать сокровище для Ксении, но у меня похитили табличку с ориентирами. Полагаю, ты хотела бы вернуть ее. Дело в том, что ее украл правитель Каресии, изгнанный Ксенией из города. У них перемирие, пиратам нельзя его нарушать. Тебе повезло, что я не пират. То есть ты поможешь мне? Тебе тоже кое-что перепадет. Думаю, я смогу достать табличку. Наконец-то Посейдон послал мне удачу! Куда мне нужно? На ту сторону острова. Табличка в доме правителя. Отнеси ее моему другу в деревню Паеса, что находится неподалеку. Дом правителя рядом с Паесой? Да, к югу от деревни. Где Паеса? На восточном берегу острова Кеос. Я найду твою табличку. Ксения будет рада. Возвращайся скорее. Что надо? Я не вовремя. Все не вовремя. Работы слишком много, людей слишком мало. А я здесь единственный, кого это заботит. Стой! Тебя послала Ксения? Сказала, тебе нужно помочь. Слава Посейдону! Наконец, человек, способный помочь! Корабли вторгаются в наши воды, проверяют нас. Ксения хочет, чтобы все поняли, кому принадлежит эта часть Эгейского моря. И как сделать, чтобы все поняли? Поднять наш флаг и затопить их корабли, например. Тогда все точно поймут. Мы же пираты. Нам нужно заботиться о своем имени. А чем, кроме кровопролития, заставить себя уважать? Вы пытаетесь разделаться с соперниками. Что, Кеос слишком мал для всех вас? Если бы мы хотели расширить владения, тебя бы не нанимали. Сами бы справились. Но лучшая защита — это нападение. С этим не поспоришь. Я согласен. Какие корабли топить? Несколько спартанских, несколько афинских и еще парочку пиратских.
Как много кораблей. Не забывай, топить их нужно под флагом Ксении. Я щедро заплачу, когда все поймут, чьи это владения. Дыры в парусах, 3 сломанных весла, еще 2 во втором ряду. Мачта треснула. Ах, не дня отдыха, клянусь Зевсом. Похоже, карта здесь. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Откуда?
откуда все равно умолкнет. Вот то, что ей нужно. Все это так скучно. Что ты здесь делаешь? Кто? Я? Просто была неподалеку. А что с твоим другом? Он не смог прийти. Срочные дела. Поэтому я тут вместо него. Вот как. Табличка у тебя? Сначала я хочу получить свои драхмы. Безусловно. Мне по душе мужчины, вроде тебя. Спасибо. Вот табличка. Превосходно. Теперь мы можем приступить к делу. Что у нас здесь? Очень интересно. Сокровище спрятано в минойских развалинах. Под водой. Не умеешь плавать? Я пират. Умею, и неплохо. Но вот акул не люблю. О, значит, тебе мешает трусость. Зачем мочить ноги, когда для этого есть отважный наемник? Я не отказался бы от приключения. Обещаю, это приключение ты запомнишь надолго. Пронзи меня, Посейдон, своим трезубцем, если я вру. Хорошо, я помогу тебе достать сокровище. Знала, ты не сможешь устоять. Наконец-то Посейдон послал мне удачу. Так куда мне идти? Возьми этот ключ и ступай в южную часть Кеоса. Там ты и найдешь руины. Он липкий. Это что, кровь? О, нет. Наверное, гранатовым соком запачкала. Поспеши, время не ждет. Что это за сокровище? Поскольку речь идет о древних руинах Кунастроса, должно быть, это редкий артефакт из далекого прошлого. Что ждет меня на дне? Стая акул, охраняющих сундук с сокровищем. Он находится в самом сердце острова. Ну, будь это легким делом, ты бы справилась сама. Как я пойму, что оказался в нужном месте? Найди забытый сад Вакхелида, руины южнее. Хоть они и под водой, их видно с берега. Я достану сокровища.
Отплываем! Куда плывем, капитан? Тебе удалось что-то узнать. Да, Геродот, культ хуже, чем кажется. То есть? В Арголиде я нашел жрицу, которая много лет назад украла Кассандру у моей... Эта же женщина собиралась убить лекаря Гиппократа за неугодные взгляды. Она? Не сможет. Но у нее много союзников. Они повсюду. И мы найдем их. Быстрей! Горит! Давай!
Что ты с нами, капитан? Поднять гору! Готовьтесь к бою! Поднять все паруса! Потише! Быстрее!
сражаться с Акулой. Друг мой, ты для нас словно дар Посейдона. Стараюсь. А теперь отдай мне артефакт. Драхмы, вперед. Не думаю. Ха, очень смешно. Давай деньги. И вправду смешно. Это мое ремесло, обманывать наемников. Зря я нырял к акулам. Это твой просчет, не мой. Сделки не будет, а за обман тебя ждет смерть. Ничего не выйдет. Убить его!
Вот следы крушения, а вот и Охра. Команда! Капитан покидает вахту! Корабль! Простой торговый корабль! Ты пустил его ко дну, а наш разбил о скалы! Мы недалеко от Келса. Нас найдут, это точно. Акулы найдут тебя прежде. Стойте! Не вмешивайся! Сейчас капитан получит по заслугам! Что он сделал? Ничего хорошего! О, неужто он обидел вас, бедных пиратов? Не надо было связываться с этим Малакой. В кои-то веки получили работу от Ксения, а он все испортил. Как вы оказались на острове? Я все расскажу. Я капитан. Мы вдоволь тебя наслушались. Я хочу выслушать капитана. Ну так вот. Мы участвовали в морском сражении и выиграли. Все благодаря мне. Но я не заметил, что рядом скалы. Так бывает. Может, поможете нам вернуться в Келс? Он ваш капитан. У капитана должен быть корабль. А он свой корабль прохлопал. Если поможешь вернуться в Келс, я щедро заплачу. Отойди. Прочь с дороги! Капитан Гатарзис возвращается на Келс. Напрасно ты суешь свой нос в чужие дела. Он слишком долго морочил нам голову. Нет, живым он отсюда не уйдет. Спрячься за мою спину. О, боги! Идет
Ну и битва, да? Спасибо тебе. А теперь отвези меня на Кеос, и ты не пожалеешь. Очень надеюсь. Ты же не хочешь повторить их участь? Что ж, тогда вернемся на мой корабль. Вернуться на Кеос. Конечно, Ксения разозлится, что я не достал Охру, но я это переживу. Почему Охра так важна? Что ты за пират такой? Она дорогая, почти как золото. Хотят со мной познакомиться. Не стоило бы возвращаться.